Алло, Берич. Хлопцы, там... Что такое? Ты заявил? Ваш. Где? Мы тут блокировали Урал, короче, он с ящиками. Это БТР, мне надо... Урал блокировали возле поста ГАИ, он с ящиками, с оружием. Ребята, можно отъехать? Он в ящиках. Да я не знаю, хлопцы, что в ящиках. Я сейчас скрывать начну. Да зачем их скрывать? Как это не знаю, блин, вы обязаны... Я же не еду куда-то что-то где-то... Если ничего нормально, все, там нигде ничего, отпустим. Нет, так нет. Давайте... Мы понимаем... Я не грузил те ящики там это самое. Сопровождение с вами? Завис... Какое? Не, никого со мной нет. В Урале кто-нибудь еще кроме вас троих есть? Никого нет. Там пусто. Жаляно. Мужики, честное слово, никаких претензий, никаких на вашу сторону там это самое претензий или против вас вообще. Что вы так говорите? Вчера автобус ваш был. Посмотрите, в кабине есть у него оружие. Да, конечно, есть. Да, у них по-любому. Это военные. Скажите, какого хуя вы сюда приехали? Мужики, давайте не материться. Ребят, давайте без мата. Нормально. По-нормальному давайте, да, в случае чего. Ящики там стоять в машине. А что приехали? Приехали, что? Приехал! Что я тебя спрашиваю? Я на Луганск ехал. Какого? Луганск вообще в другой стороне. Луганск в другой стороне. Я же говорю, запутался в Луганск. На 80 километров вперед. Документы свои показал. Документы показал. Нихуя себе заблокал. 80 километров, блядь. Можно я отвечу? Отвечай. Алло. Если не все 100. Алло. Саша, я потом перезвоню. Сейчас у меня тут некоторые нюансы. Большие. Добро. Да, сейчас эти нюансы. Да нет, да хлопцы тогда остановили это самое, не пускают ни вправо, ни влево. Хлопцы остановили, говорю, не пускают ни вправо, ни влево. В каком селе? Просковеевка, Володарка. Просковеевка. Пост ГАИ. Там, где пост ГАИ. Там, где пост ГАИ. Да. Саня, дай я с ребятами поговорю. Добрый. Я перезвоню. Документы показывают. Так, пока. Сейчас покажу. Вчера уже автобус десантуры ехал. Блин. Ни военников, ни документов сопроводительных, ни хера. Какой части относится? 92-й бригады. Какой город? Чугуев. Ну понятно, все не наши. Вчера, блядь. А ну, Серега, снимай. Жетон снимай, номер. Дальше, Дисней до какого? Да удостоверение действительно до какого? Нет, он не пишется. В паспорте даже пишется. Нет, хлопцы, не пишется, только выдан кем? Выдан какого? В 98 году. Документы еще при себе есть какие-нибудь? Нет. Паспорт? Магазины полные. Вызываем мусоров, сейчас разоружать их будем нахуй. Пацаны, меня же это самое посадят в тюрьму. Как посадят? Не посадят. Вчера разоружили, гаишникам отдали и все отвезли в милицию. Мы себе пацаны, оружие не берем. Хлопцы, так мы оружие себе не берем.
уже с пацанами, они не знали, что я это самое заблокировала. Я так налазил. Никаких, никаких оружий на Донбассе не будет. Дозвольте, я уеду и никаких-то самое никаких. Уедешь, только без оружия. Хоть и уедешь теперь отсюда. Мы хотим мира, но не ваших, блядь, лидеров. Честно, не надо. Едете куда? Едете куда? Едете куда? Мужики, вы куда едете? Выключите это самое. Едете куда? Едете куда? Давайте группу наполним. Письменное распоряжение приказа где? Письменное распоряжение приказа о дислокации, на какое место прибытия. А как вы едете? У вас должен быть дорожный лист, должен быть приказ. У тебя должен, у тебя разнаряд. Вы не проедете. Нормально, нормально, спокойно. Как ехать? Ты приказ получил? Куда ты едешь? Устный или письменный? Позвонил. Устный. Не знаю, приехал. Куда ехать? Я тебе сейчас там приказ. Командир, куда ты едешь? Я говорю, давайте куда ты едешь? Куда ты едешь? Куда ты едешь? Куда ты едешь? Луганск. Луганск. 100 километров туда. Куда ты едешь, ящик? Да я не знаю в ящиках, что это. Я желаю проверять. Да не надо проверять, хлопцы. Ребята, вы не проедете. Веришь? Да не надо. Ни вашим, ни нашим будет. Ну да зачем? Автомат, оружие отдавай. Ящик, ящик, ящик. По-хорошему, автомат, оружие. Давай, пошли, покажем. Можете, подождите. Автомат, оружие. Давай, бегом. Блядь, бегом, вы с нами не сетюками. Пошли. Давай, бегом. Пошли, показывай, блядь. Ага, блядь, а ну быстро. Давай, бегом, показывай. Давай, показывай, что там есть. Оружие, все. Ребята. Держи руки, руки держи. Да не держите, все. Забирай. Да перестаньте, я ж никому ничего плохого не делал. Куда? Да вообще никто плохого не делал, понимаете? Вообще никто ничего плохого не делает. Забирай. Доставай все, забирай. Да. Да, дайте мне все. Нет. Жену не перебирай. Потом поговорим. Что тут у тебя? Говори. А что у меня там фонарик? Не обижайся. Магазины не трогай, дядь. Не трогай магазины. Сейчас мусора приедут, заберут. Да-да, мусора сами отойди. Понимай, мы это не сами домой. Ложи, ложи на пол. Ложи на пол. Вот он скажет, что, блядь, еще не хватает 2-3 штуки. Ложи. Ложи на пол. Ложи, вот. Оно, все. Человека поставьте, чтоб следил. А команде? Магазинов сколько? Магазины, вот кто было при себе? 4 ложи. А команд где? Ложи, 4, все. У него этого есть? Скажите, телефон отдайте! Телефон! Телефон отдайте! Телефон его сюда несите! Да не держи, я не снимаю. 4 магазина, говори на камеру, сколько было магазинов? Вот магазин. Магазинов сколько при себе было? 4. Вот 4 магазина лежит, его никто не трогает. Автомат у водителя? В кабине? В кабине? Вот, у нас так семья, поэтому я хорошо. Все, лезет, понимаешь? Давай сюда, забрал. Давай. Вов, покажи, покажи. Снимайте, снимайте. А что ты вернулся назад, а? Что ты назад вернулся? Да, конечно, я перезвонился, думаю, сейчас нечаянно... Да, ну понятно, ну, у меня. Хорошо. Пока. Можно выключить уже это самое. Уже не вызванили там. Давай. Смотри, там боковая кнопка. Где на телефонах? Вот это четыре раза нажимать. Тут где? Идет это там на определенный батарей. Да. Да, телефон. А ты видел? А вот это грузовик. Ты видел? Нет, ты видел? Зеленый? Это наш, наш. О, давай автомат его сюда. Автомат. Вот это с машины автомат. И второй. Мужики, снимайте автомат. Да, там. Не обижайся. Да я не обижаюсь. Ой, там вы отвезете, вы, блядь, все ждете, ждете все. Ты несешь оружие, ты будешь сам не стрелять. Понимаешь, тебя заберут и будут стрелять. А рожок где? У него. Так рожки какая-то. Так рожок забрать надо. Сейчас заберем рожок. Надо же все... Я только сегодня утром это сам своего духовника спросил. Что мне делать, если мне не стрелять? Не стрелять, говорит. Магазин делать. Сейчас, сейчас. Это не магазин, ребята. Нет, вот это 4 и все. Не обижайся, брат. Это на 2 автомата. Нет. Это мои. В этом автомате я еще... Сейчас твои водилы забираю. Водила! Давай рожки сюда. Приказ. Был бы письменный приказ, базара нет. Устный мы не видим. Не трогай его. Да подожди.
городе. Патрона нет. Снимай рожок один. Рожок он снял? Мы даже рожок снял. Он один рожок понес. Я не видел. Блять. А. Он человек рожок понес. Я тоже с вами. Вот еще под рожки вот. Бутылки. Никаких претензий. Да я понимаю. Ничего против людям этим не имею. А тут же ж вопрос. С чего его? С чего его? Один с Киева, второй с Киева. А сколько человек? Девочки в машине. А что? Я не знаю, мне сказали на Луганске. Один зал. Один танк. Вот три. Три, еще один. Да потому что забудь. Вот три. Вот, все, снимай. Три. Вон там четвертый. Другую вон. Не пускали. Хорошо. Ну я не знаю, что там в ящиках. Ребята, мне есть ящики. Не надо, сейчас приедут. Давайте. Они задние начали давать. Какой Луганск? Ты сохранил. А я не знаю. Никто никому не помогает. Ребята, Славянский уже труп. Уже труп у Славянского. Понимаете, что нет? Вы бьете наших мирных. Пожалуйста, выключи, дядя. Нет, тут, брат, прости. Все, что потом к нам претензии, чтобы пили и издевались. Это официальный корреспондент. Мы возим его с собой. Это честно. А я же ничего не говорю. Ну там еще ящик. Вы позвонили замначальнику городела, вызвали группу. Кто это замначал? Братков? Дожанов. А Братков есть такой? Ну есть такой начальник. Вот давай сюда его. Если меня кто-нибудь слышит, ваш Урал остановлен гайцами. Переписали номера, короче. Вот так. Все, Серег, давай, на связи. Хорош, лезьте оттуда, кайфе бить! Там человек, он будет сидеть, я слушаю. Давай телефон сюда. И писи. Сядь, за 100 грамм. Не кричите, за 100 грамм. Давай телефон. Кому отдал? А ну покажи, кому отдал телефон? Вот этот тип кому отдал? Сука, блядь. Кому он отдал телефон, ребята?
А ну, Валя, сдавай телефон. Я никуда не отдачу. По телефону забирали, да. По телефону забирали. Кто забрал у него телефоны? Мужики наши забрали. А ну, я лично платил. Один отдали, один не отдали. Пусть подойдет. Блядь, они... Погибу, давай, сделай шутра. Машина будет работать. Открывай. Как она открывает? Да плохо. Открывай. Давай без мат. Да ты заховай свою камеру вообще. Да подожди. Пока ты нахуй наносишь. Ну а куда ты? Куда ты ее крутишь? Ну потом предъявишь? Да себе доказательство. Гуляй, да нахуй это доказательство. Конечно. Что тебе потом предъявят, что ты скажешь? Открывай кузов. Открывай кузов. Стоите вот тут. Чё здесь? А то вы, блядь, тут нашевелите сейчас, тихо, что, блядь, тихо. У всех нахуй будет... Так, у них хуя себе куда-то ездить. Стой, а я за что? Молодец, спасибо, сынок. И я. Вдвоём. Да, правильно, раздаём. Вот что там за дела? Офигели вас. Поднимайте, чтоб все видели. Не открывайте! Камеры сюда! Так, я снимаю, снимаю. Камеры сюда! Все камеры. Посмотри, что там ящик. Саша. Залазь! Не вытягивайте! Давайте! Открывайте ящик! Стой, не кричи! Нет, наоборот! Наоборот! Наоборот, переверни сначала! Открывай! Что это за подстава? Нормально! Давай, давай! А Дэвин? Срывай, срывай его! Открывай! Тихо! Успокойся! Успокойся! Дайте ножичек, зажигалку. Нож у кого есть? Нож у кого есть? Занимаем. Зажигалку. Да никуда он, куда там? Все, блядь. Нихуя страшного, взорвемся, нихуя. Ничего, блядь. Ребята, что это? Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Уйди. Где это? Уйди, отходи, никто не подходит. Иди нахуй, просто стяну тебя. Народ, успокойтесь, ребята. Тихо, сложиться. Следующий. И показывай, Саня. Туда в сторону. Давай в сторону, блядь. Это, блядь, на гранатомет, блядь, на садке. Да. Что, ебанутые? Броники, ребята! Броник, давай. Броник, сюда. Давай. Сюда, давай. Тише. На, держи. Оружие народа! А ну, что тут? Оружие народа! Саня, показывай, что там. Чё? Показывай, что там. Один мне, даже не снимай. Что тут? Та же самая хрень. Давай сюда. Пока все тут ложим. Пока все ложим и тройки. Что за хуйня, блядь? Что за хуйня, блядь? Да, давай. Подожди. Идите вы нахуй, мы заберем, мы заберем. Заберем, это наш. Сейчас гляну, мне тоже надо. И мне надо, Андрюха. Давай сюда. А то вас будет. Отправимся, блядь. Саня, смотри, что там. Сейчас. Слышишь, базуки? Открывай, ёбаный хватит. Базуки убирай в сторону. Спички! Сейчас прямой эфир скинем. Спички давай. На. Да не надо там поджигать только. О, порядка рожда. Ребята, оружие никому не отдаем наше. Оружие наше. Все, опять же. То же самое, снимай. Все. Это мирные люди есть. Все. Тихо вы, блядь, аккуратнее ложитесь. Сюда, давай, Виталий. Пацаны, не кидайте, осторожно. Аккуратно сложите. Тише, тише, отошли. Че ты лезешь туда? Не надо туда никому лезть, отошли отсюда, сам. Да хуя вас сейчас тут напрыгнет всякий. Аккуратно. Пацаны, Саня, Саня, убирай. Тихо, аккуратно, мужики. Ставьте аккуратно, ровно ставьте. Тот можно не скрывать, то же самое. Там то же самое. Смотри, есть автомат. А ну посмотри, если есть автомат. Я да еще ящик. Маленький, тише, аккуратно. Все, машина напишет. Все, давай. Стой, стой, пацаны, идем. Пацаны, не лезьте, блядь, вы ебали. Все, куча. Открывай, что там, открывай. Нет, все. Это все РПГ. Цинки, пацаны, цинки, еб вашу мать. Где цин? А ну давай вот. Сюда. Давай. Шо, показывай, что там. Переверни. Переворачивай. Аккуратно. Консервы. Нормально, давай. Консервы раздать. Как-нибудь как рванет, блядь. На, правее. Аккуратненько. Тише, тише. Патрон, цинки, цинки, цинки. Правее. А это отца, это твое. Гранаты. Все, машина сзади, машина сзади. Отошли, отошли от машины все. Отошли, оцепили. Казаки, казаки, всегда. Тихо! Слышь, что? Рана. Ну что? Все, ребята, отошли.
Там тоже гранаты. Никто ничего брать не будет. Никто ничего брать не будет. Вызови наряд. Вы милиция, пацаны, становитесь, гранаты. Давай. Давай, какая группа? Оля, мы милиция. Оля, иди сюда. Сумочки уже здесь. Сейчас можно. Вещи, можно даже не открывать. Посыпай, смотри. Ну, таблетки, вещи. Да, весь мешка. Да, не будем уже совсем мародерствовать. Сам вижу, вижу. Дивана выдергивал. Вызывай наряд сейчас. Вот это очень тяжелый ящик. Это цинк, это патрон. Это цинк, не надо, не открывай, его видно. Дальше на 5, что надо? Калаши. Охереть! Полный вооружение! Какие вопросы, пацаны? Говорит, не знает, что везу, бля. Да, они, это пиздец! Они знают. Убивать! Где Братков? Давай, звоните Браткову! Дел, машину и, блядь, сейчас, гранаты! Сейчас, если нужно, уже едет, только что позвонили. Смотри, сборище начинается, Марат. А я тоже живу. Я тоже живу. Давай, броники, давай. Братков с нами. Ну понятно, блядь. Только сейчас они его закроют. Тебя будут хуярить вот тут под мостом. И кого ты будешь бегать искать? В Артема побежит. Давай, газуй, блядь, тормози. Что ты, блядь, творишь, блядь? Вообще, блядь, без головы или что? Вы что, блядь, не смотрите, что в других городах есть? Все тут. Ты что, ты куда мы едем? Надо, я и угоню его, блядь. Не надо ничего гонять. У меня на грузовые права тоже есть. Не переживали. Я могу отогнать Урал, но никто никуда не едет. Ждем, блядь. Вот сколько мы ждем, не ты под немцами. Ждем, вот. Почаехали, на вагоны залезли, охренели. Ни военные, ни милиция отсюда не выйдет. Тогда поехали в этот. Поехали, ребята, в этот, на соль, на склады, садись. Какие склады, блядь? Где же отдать? Ты что, больная? На волонтерку ставь! Давай, за нами! На посту стою. Сынок, на машине, за нами, снимать там будешь, пожалуйста! Ты что, не звони, это подарок, вообще не победил полный. Где мы стоим? Ну как, ну под дождем стоим, ну как немного. Приехали на базы. Куда не едем? Да нет, подожди, подожди. Серёж, куда ты собрался? Да, вот куда лежит? На Володарку, на Майдан. Сбоку, а куда ты хочешь? Воинскую часть? Нет, на наше место. На Майдан. Ага, а куда ты, блядь? Сейчас в него раз. Не будет вас в Майдан. Ну и хуй с ним, нехай жахнет. Никто гражданский с оружием не получится. Не надо оружие. Давай сейчас уезжаем. Ёбаки нахуй! Нахуй туда, блядь, оружие разъезжать, блядь! Выкинь туда, блядь, быстро, нахуй! Сюда, блядь! Оружие на место, блядь! Вы чё, охуели, блядь? А тебя выкидывай! Вы нахуй, блядь! Нахуй его, блядь! Сука, блядь, охуели! Давай на гараж. На гараж не надо, возьмут там. Я поехал.